Легко. Это все легко. Есть у некоторых людей такие заблуждения. Им кажется, что ну, не нужно же, как, не знаю, грузчику мешки таскать. Действительно, сидите за компьютером, на кнопочки нажимаете. С одной стороны. Но если у вас это пересекается с желанием добиться каких-то хороших результатов, то в этом случае вам придется достаточно много трудиться. А это не такой уж и простой интеллектуальный труд. Представляете, 12-16 часов в сутки что-то читать, изучать, делать огромное количество попыток. И ваша голова работает, ну, почти на пределе. Это непросто. С такой точки зрения это непросто. А если рассматривать с точки зрения, когда вы пилите какие-то лендосики, сайтики на WordPress, тут, конечно, все намного проще. Опять же, смотря какие у вас цели и смотря какие критерии у вас в списке. Поэтому, если вы собираетесь именно достичь огромных успехов, то легко не про вас.